Всем привет! Вы на канале «Все своими руками». Это видео посвящено проектированию каркасной стены с оконными проемами. В моем проекте это наружная стена кухни и спальни. Проект, который я сейчас разрабатываю, долгосрочный и в дальнейшем будет реализован на моем участке, о чем, конечно же, будет отдельное видео по мере строительства. Так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Формирование стены точно такое же, как и в прошлом ролике. Не забываем про укосины и ригель. Только вот как сделать проем окна, об этом и поговорим. Внимательно посмотрим на схему. Обратите внимание на боковые стойки оконного проема. Они получаются сдвоенными. Это элемент усиления, чтобы проем не перекосило. Обратите также внимание на верхнюю и нижнюю балку проема. У нижней балки есть дополнительная опора. У верхней балки снята вся нагрузка, переходящая от ригеля, что снижает риск перекоса или продавливания оконного проема, что могло бы привести к порче рамы или самого окна. А укосины передадут дополнительные усилия каркасу от перекоса. Как видите, все просто. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал. Всем пока!